Всем привет, с вами опять я, Ксюша. Я вам хочу сказать одно. Пожалуйста, вы только подписывайтесь на мой канал. Если вы нажмете подписаться, вот оно, то тогда у меня будет все больше и больше видео. Благодаря вам я буду очень-очень много снимать видео. Например, это я сняла 6 минут подряд. 6 минут назад. Раскрываем мои наушники. Это мне купили наушники в Ашане. Я там все рассказываю. Вот это видео. Мое первое видео, часть первая. Но это тоже как бы нормальное видео. И это салют в деревне. Когда машина приехала, там прямо все есть, то тогда как бы салют остановился, когда она ехала. И когда она восстановилась. И когда она уехала, то тогда... Салют опять начался. И это, ребята, я вам хочу сказать, благодаря вам вы можете поднять меня наверх. Я могу снимать благодаря вас. Если вы будете на меня подписываться, много-много лайков, комментарий, пожалуйста, поддержите. То я для вас, ради вас, когда мои родители будут уезжать, потому что у меня здесь мелкие есть, ему 1,5 года, да. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте комментарии. С вами была Ксюша, и вы меня поддержите, и я ради вас буду снимать видео. Только не забывайте, что если 1 лайк, я посмотрю это, и 1 подписчик, то я сразу буду рада, когда родители уедут, я сразу назову эти имена. Ну да, как бы так. Значит, смотрите, например, там какой-нибудь мальчик подписался, я говорю в видео... Здравствуйте, это я опять с вами, Ксюша Мечкова. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Вот один мальчик там, такого-то, имя, фамилия. И он как бы подписался мне, я буду ему очень благодарна, спасибо. И также девочкам. Поэтому подписывайтесь на канал и ставьте лайки. И, кстати, я как всегда забываю одно. Пишите мне в комментариях. Как вам, нравится мое видео или нет? Если не нравится, вы пишите, советуйте мне, чтобы мне, как бы, я запуталась. Ладно, чтобы мне снимать видео какие, может быть, вам эти нравятся, то тогда я буду продолжать дальше. Это как бы все видео про мою жизнь. Да, про мою жизнь. Как печально. Ладно, ну давайте, до свидания, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И не забудьте подписаться на эти все видео. И можно сказать видосы. Ладно, всем пока.